И всем привет, сырнятки. С вами Саркин, и мы играем, как всегда, опять Дорос. Ну ладно. Вот ключ от 001. И, кстати, расскажу вам баг. Вот надо присесть вот сюда и задом идти вот так. И потом сюда идете. Ну, кто не знает, я рассказываю. И потом у вас ловит глич. Что ж, идем. Я прохожу до сотой двери. У меня 421 гайка, знаете почему? Потом я проходил рум с 563 двери сдох. Ну не повезло вообще. Так, 45-я дверь. У меня уже 50 монет. Я без шопа играю. А так на 50 затрейдюсь. Так. Не обращайте внимания на кого. Ну ладно. Просто играем до соты. Я могу еще сделать рубрику играем до румс играем. Какую мне рубрику еще сделать? Я сидя проходил Дорс. Вот. Я вот эту рубрику так и не закончил. Стоя пройти Дорс. Но это как? Невозможно на сотый, мне кажется. На 50 возможно, я проходил стоя. На просто 50. Только с другом. Он собирал книги, а я его отвлекал фигуру в шкаф. Так. 13-я дверь. Зажига есть? Ой. Вон 14-я дверь. Раш. Он под текстуру провалился. Он не шел дальше. 16-й. Так, 17-я дверь. Еще подпишитесь, поставьте лайк позже. А то у меня актив упал. Эта дверь 19-я. Скоро глаза появятся. И еще колокольчик поставьте, чтобы вы не пропускали мои видео. Security. Нету. Мне 355 монет, это нормально. Блин, ключ не нашел, значит, вот там он. Две, три, четыре. Четыре комнаты, пипец. Не, одна в этом. Я еще весь магаз куплю у Джеффа. Опа, отмычки. Так, вот ключ, ребята. От какой двери? Ой, не видно, ладно. Куда я пошел? Все, идем открывать дверь.
0022. А прикиньте, дурс 1000 дверей сделает. Если там до 1000 числа. И 9999 тоже. Вон, видите, 0000. Так, ключ. Почему на ключе 1127 написано, вон, прям на второй? Цифра 2, вот я тыкаю. И там на рисунке 1127, вот. Раш. Так, он пролетел. Лутаем ящики. Я майн хочу скачать, ладно. 0027. Скоро сик, ребят. Ноль ноль тридцать. Отмычки. И зажигалка. Ой, свечка. Простите. Все, сик, ребят. Это нету. Все, как нету. Там стрел был вот. Ладно, все уже опасно летать. Тридцать восьмая дверь. Скоро фигуры, ребят. Ну и раз будет. Так. Открыли. Сортура. Понятно, ключи. Ну, весь магаз у Джеффа я точно уже куплю. Так. А, ну у меня же отмычки. Ну, я сейчас на него попаду, все, нет. Раш. Так, 46-я дверь. Там брат тупой, блин. Не можешь уйти. И выйти. Так уйди, блин. Мешаешь. Либо убавь. Эй, ребята, фигуру. Мне-то мне уже не нужны.
быстро слетаемся. Так, вот тут. Где еще лут? Вот тут. Фигура там. Берем. Быстро лутаем. Так, фигуру уже не входит. Тут нету ничего особого. Все. Она наверх поднимается. Ой. Еще берем вот это. Все. Код 6, квадрат 0, треугольник 1, пентагон 9, 2. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пум-пум-пум. 6-0-1-92. Все. Фигуру пошли. Утаем весь магаз. Так, наверное. О, садила. Нифига себе крест. Два креста. Офигеть. Сейчас заскриню. Блин, жалко, что нельзя второй раз крест взять. Но я мог тратить не деньги. Не тратить деньги. Надо использовать этот крест. Ну все, скорее всего, закрылась эта дверь, ну ладно. Не первый раз увидел крест, но, ну, сверху дверь. Все, у меня весь лут. Вот эта дверь рабочая, нет, не случайно. Жалко, что витамины не хилят уже. Вот. Они уже для скорости. Не должны захилить. Это витамины. Я могу, но не буду. Ищем рычаг. Тут нету. Тут тоже.
Когда хальт у меня попадется, я хочу на него крест стратить. Ну, бочку получить. Так, последнее. Осматриваем. Тут нету. Вторая дверь. Опа. Нихера себе, витамина не наложили. Я и от Раши убегу. Лучше не тратить, все равно раз бесполезно тратить. Пипец, ящики вообще миллиард витаминов ложат. А вот для спидрана это надо. Ну чисто для спидрана истратил. Видео, короче, было. Так, все, руды собрали. Глаза. Вот я могу и на фигуру использовать, не ловко случайно. А ведь витамины можно уже на всякие так использовать. Ну, чисто для спидрана. Еще 29 дверей. И сейчас последний витамин я на сотую ставлю. Я крест на амбуш использую. 805 у меня. Максимум монет у меня было 10 тысяч. Это когда я рунс покупал. Ну все, будет. Откуда он идет? Все, окей. Восемь четвертый дверь. Second fire, блин, яма. Ладно, потратим. Ой, яма. Эй! А! Ух, я чуть не умер. Не залагало просто. Не мог уйти.
А, зубы. Все самое сложное. Ай. Ждем раш. Все идет. Еще ждем раш. Ума. Где раш? Все, точно раш. Еще раз я на этой двери сдох, потом там появился второй раз. Ну, помните фильм? Мне кажется, он еще раз придет. Ладно, повезло. Нету. Ну, есть. Свечка соврала. Какая-то дверь, 97-я. Он. Да ё-ма. Ура. Прикиньте, раш. А тут бы светились фонарики. Ура! 100-я дверь, ребят. Он тут. Так, сразу откроем. Чу.
все. Я буду ждать, пока будет свет. Ну, будут светиться эти петлички. Просто как они называются. Ё-моё, я так отвлёк, что обосрался. И где она? Мне надо, чтобы она назад там ушла. И я вот туда пошёл, где моя пилюлька пешка. Ой. Все, уходим. Еще две штучки. Все, собрал. Не надо, чтобы она ушла вон туда. И все, ей конец. Давай уходи уже. Для чего вообще шаги нужны ей? Что тут двери? Там и то непонятно, где она. Ага. Я гору потихо. Сейчас быстренько соберу. 7, 4, 8, 3, 2. Все. Первое готово. 3, 6, 7, 5, 9, 4. Не, я здесь пропустил. 7. Блин. Чё я там? 7 есть. 6. 7, 6, 9, 5. Чё они тут положили? Ема. 6, 5, 7, 4. 6, 5, 7, 4. 6, 5, 7, 4 есть.
А, я третий случайно поставил. Ё-моё. 8, 6, 8, 3, 6, 9. Еще, еще секретное число. 2, все. Готово. Сейчас убегать будем. Не, что вы делаете вниз? Я прошел Doors на изи. Ну все, ребята, я прошел Дорус. И всем пока!